ребята, я хотел рассказать вам одну историю. Какую? На этом острове, говорят, есть легенда, что один или несколько раз в году здесь появляется розовый фламинго. И те ребятки, кто его найдет, тому он подарит счастье и радость. Представляете? Да. А вы бы хотели найти такого фламинго? Да. А где нам его искать? В легенде говорится, что он прячется под пальмами. Но это не точно. Надо, значит, нам будет посмотреть все пальмы, которые есть на острове. И, возможно, под одной из них он будет прятаться. Отправляемся на поиски? Да, да. Только чур вот этих фламинго мы не считаем. Да, они ведь не настоящие. Да, ну все, ребята, давайте будем искать его. Смотрите, как много пальм. Ребята, мы отправляемся на поиски фламинго. Множество пальм нас окружает. Множество пальм. И среди этого множества нужно отыскать именно того розового разветвенка. Отправляемся на поиски. Где же наш фламинго? Ничего не нашел. Ребята, может быть, легенда это была выдумка? Ребята, как же нам его найти среди такого большого множества папа, пальм? Смотри, вот же он. А, где? Вон. О, так это же наш фламинго. Давайте к нему приблизимся. Давайте пойдемте к нему. Неужто мы нашли фламинго, ребята? Ребята, значит, все-таки легенда существует. И да. Это правда. Да. Фламинго есть, и мы его нашли. И он вам радость подарил, наверное? Да. Ой, а мне-то сколько радости. Ребята, вы даже не представляете. Такой миленький, хорошенький. Наверное, добрый. И, наверное, будет купать нас. Кукарача, ай, кукарача, ай, кукарача. Вот это победоносный танец. Фламингус нашелся, ура! Отправим его в море и сами отправимся на нем в путешествие. Ура!